Республика Казахстан приветствует проведение 26 октября текущего года выборов в Верховную Раду Украины. Создание нового парламента – это важный шаг к общенациональному примирению, стабильности в обществе, которые позволят провести необходимые реформы в интересах народа Украины. Наши страны связывают давние дружеские и партнерские отношения, в основе которых лежат исторически сложившееся взаимное доверие и понимание. Мы с уважением относимся к выбору украинских граждан и будем поддерживать усилия Украины и мирового сообщества, направленные на укрепление политической стабильности, консолидацию общества, поступательное развитие страны.